Самаре продолжает свою работу пункта отбора на военную службу по контракту. Он находится по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, включая денежные довольствия, социальные гарантии, льготы, компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. В Самарской области по поручению в РИО губернатора Вячеслава Федорищева суммарные единовременные выплаты при заключении контракта о прохождении военная служба увеличена до 1 миллиона рублей. Как отмечают сотрудники пункта отбора, в последнее время спрос на такой вид службы вырос, потому что жители Самарской области понимают необходимость защиты своей родины и близких. Многие ушли по мобилизации. За ними также пошли мои друзья, но уже по контракту. Я не смог просто так сидеть на месте. Собрал вещи и приехал в военкомат. Нужно понимать, что происходит в этом мире, и выбирать правильную позицию для того, чтобы принести мир этому миру.